Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я опять пришел к вам с биржи CoinEx и их новой темой, о которой я еще не рассказывал. Называется CoinEx предтокен торговля. Да, то есть можно, как я понял, приобрести токены еще до официального листинга. Ну и сейчас как раз таки у нас идет претокен такого токена, как Трамп, и, соответственно, мы можем приобрести Трамп еще до официального листинга. Давайте разбираться, как это сделать и что для этого необходимо. Я сегодня в своем видео прям покажу, да, приобрету эти токены, ну и расскажу, как это делается и почему это выгодно. Ну что же, погнали! Итак, о предтокен торговле. Пользователи могут размещать стейкинг-активы для преминта, да, то есть предтокен токенов, торговать ими на спотовом рынках, ну а также выкупать. И после запуска проекта предтокены будут поставляться со справедливой цене, что даст пользователям возможность получать прибыль заранее. Да, то есть, соответственно, можно, ну, прикупить по более выгодной цене. Итак, как мы видим, первый проект у нас, который здесь имеется, это Трамп. И, соответственно, сумма преминта у нас такая, 163 тысячи, объем за 24 часа 25 тысяч, но еще не так много, да, соответственно, потому что люди еще мало кто знает именно о этой теме, которая есть на CoinEx, и, соответственно, я думаю, что в дальнейшем будет больше. Ну и цена у нас пока не определена, да, соответственно, нету цены преминта и время поставки еще не показано. Итак, как же принять участие? Да, все достаточно просто, да, то есть вам первым делом, конечно, нужен аккаунт на CoinEx. Если у вас еще нет аккаунта, то советую вам перейти по ссылке в описании, создать аккаунт, да, соответственно, зарегистрироваться, и тогда вы сможете участвовать. Ну, а также получите приветственный бонус для новичков за выполнение простых заданий, да, соответственно, вы получите USDT, ну, конечно, вы их вывести не сможете, это будет все дело на комиссию, но тоже очень хорошо. Итак, первым делом вам необходимо отправить в стейкинг ваши монеты, далее вы торгуете, да, для получения прибыли сразу после начала торговли, ну и справедливая открытая торговля, независимая поставка для преминтеров и трейдеров. Также у нас имеется FAQ, да, рассказывается, что такое претокен торговля, да, инновационный сервис, который позволяет осуществлять преминтинг, создание и торговлю и поставку претокенов путем стейкинга активов. Да, то есть необходимо застейкать, ну я это все покажу. Стейкать мы здесь будем с вами USDT. В чем преимущество претокен торговли? Упрощение пользовательского опыта. Пользователи могут стать преминтерами, а также напрямую торговать претокенами, чтобы стать держателями. Разнообразные сценарии, да, то есть вы можете выполнять претокен, преминт для активов еще не реализованного проекта. Ну, что тоже интересно. Комплексное управление рисками, то есть если рыночная цена за пределами CoinEx значительно превысила нашу цену преминта, вы можете провести расчеты и выполнить поставку претокенов досрочно, но затем снова открыть рынок, таким образом обеспечивая более надежную защиту интересов пользователей. Как участвовать в преминте, это я все покажу, да, то есть каковы риски. Ну, риски, как всегда, они, конечно же, имеются, да, то есть риск высокой волатильности цены, риск ликвидности, риск манипулирования рынком и так далее. Я думаю, это все понятно. Как работает претокен торговля? CoinEx реализует комплексные стратегии управления рисками для обеспечения стабильности, ну а также безопасности претокен торговли. Также, когда рыночная цена претокен проекта вне платформы значительно выше, цены преминта на CoinEx уравниваются. Я думаю, с этим все понятно, это мы долго не будем читать. Итак, что нам необходимо? Ну, первым делом, как я и сказал, регистрируем, пополняем баланс, да, то есть я пополню там на 10 долларов, соответственно, и нажимаем кнопочку «Примит». И минимальная сумма, на которую вы можете приобрести, это 5 USDT, да, то есть вы вводите сумму, ну, допустим, давайте я введу также 5, и нажимаем кнопочку «ОК». Итак, мы меняем 5 USDT на 5 претрамп, да, то есть, соответственно, ставка стейкинга – 1 претрамп равен 1 USDT. А комиссия у нас здесь 0. А далее мы с вами нажимаем кнопочку «ОК», и премин трамп выполнен, да, то есть вы можете увидеть его на балансе, да, если нажмете кнопочку «Проверить баланс». Вот на вашем балансе, как вы видите, претрамп, и, соответственно, вы здесь будете его также видеть.
какая цена у нас приблизительно, вы также будете это дело видеть. Да? Также здесь у нас имеется кнопочка торговля, да, мы непосредственно можем нажать, и здесь нас предупреждают о претрамп и претокен и так далее. Да, это можете почитать. Ну, нажмете кнопку «Узнать больше», перейдете на ту же страницу, где мы с вами были. Итак, здесь мы видим с вами цену, да, то есть у нас цена покупки, продажи, стаканы, все то же самое. Как мы видим, цена с 1 доллара у нас упала до 0,7. Ну и, соответственно, у нас здесь есть баланс, за который мы можем приобрести токены, да, купить, продать и так далее. Также вы, допустим, заходите сюда, вводите, ну, допустим, продать при Трамп, да, выбираете 5 штук и продаете за 3,5. Ну, нам это не выгодно, потому что мы купили за 5 долларов, соответственно. Приобрести именно на рынке было выгоднее, да, чем обменивать там. Но я вам показал просто, как это работает, соответственно, да. Поэтому, конечно, для нас это удобнее. Да. Сейчас мы за 5 долларов можем приобрести 7 токенов Pre-Trump, да. То есть, конечно, это для нас более выгоднее. Я думаю, что, ну, здесь проблем не возникнет, да. Достаточно все просто здесь делается. И, соответственно, до листинга вы можете приобрести монетку, ну а потом цена может у нас улететь, упасть. Ну, конечно, риски здесь также присутствуют, как и в любой торговле. Поэтому мое видео это не призыв там, к каким-то инвестициям, да. Я просто делаю для вас познавательные ролики, инвестировать в какой-либо проект вы решаете уже самостоятельно. Для этого я оставляю ссылочки и, соответственно, вы изучаете уже, думаете сами. Еще раз напомню, что ссылочка на регистрацию на бирже CoinEx у нас в описании. Переходите и регистрируйтесь. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!